Депутат Милявский. Уважаемые коллеги, я считаю, что этот памятник является символом, напоминанием тех зверств ГУЛАГа, которые были в нашей стране. Существовал конкретный фашистский режим, который назывался коммунистическим. И под флагом этого режима убивались миллионы людей. И сегодня великий русский писатель Солженицын, являясь символом и напоминанием этих зверств, должен стоять, я считаю, обязательно. Это первое. И второе, поверьте, никто его ничем не обольет. Во-первых, не дадут, а во-вторых, никто даже не попробует. Все это слова такие дешевые. Спасибо.